В Башкортостане запустили производство перспективной импортозамещающей продукции – блоков предохранительных устройств с карданной передачей. Они необходимы для обеспечения непрерывной работы нефти и газопроводов. Об этом сообщает Минпром Республики. Проект реализовал Благовещенский производственный центр ОМК «Армсталь». Запчасти для предохранительных устройств компания изготавливает сама. Ранее подобное оборудование закупали за рубежом. Сейчас из-за санкций и разрыва логистических цепочек российские топливно-энергетические компании ищут такое оборудование на внутреннем рынке. К нам обратились коллеги из «Газпрома». Это одно из ямальских подразделений, не могу, к сожалению, его назвать. С предложением полностью разработать блок такой с предохранителем клапанов с карданной передачей, как замена импорта, потому что тема импортозамещения, как вы знаете, стоит остро. Мы на эту идею живо откликнулись, потому что производителей в России как таковых не было, кто бы это делал, и полностью разработали свой оригинальный блок с карданной передачей. То есть там и клапана наши, и устройство переключающее, и сама карданная передача. Предприятие планирует выпускать 15-20 блоков в месяц. В случае увеличения спроса на продукцию объемы производства будут увеличены.